18 января состоится долгожданный поединок, который готовится уже более 4 лет. Печально известный Конор Макгрегор и Дональд Ковбой Серроне наконец-то встретятся в клетке на турнире UFC 246. И неспроста все билеты на этот кард были распроданы в такие короткие сроки. Матч между двумя этими парнями находится в списке желаний фанатов уже несколько лет, начиная с пресс-конференции UFC в 2014 году. Первая запечатленная встреча Конора и Ковбоя состоялась во время битвы взглядов перед турниром UFC 178, где в главном поединке бился Деметриус Джонсон и Крис Кориаса, затем Ковбой и Эдди Альварес, и на строчку ниже шел поединок Порье и Макгрегора. Битвы взглядов тогда у обоих бойцов сильно отличались. Полулегковесы были настроены очень враждебно, в отличие от парней на категорию выше, которые провели хороший стердаун. Именно на турнире UFC 178 Наториус и Ковбой впервые провели совместные поединки. Конору впоследствии понадобилось меньше 2 минут, чтобы нокаутировать опытного Дастина, а Серроне провел все 3 раунда с бывшим двукратным чемпионом Беллатор и в итоге одолел его решением судей. Следующая встреча между Наториусом и Ковбоем состоялась уже в январе 2015 года. Серроне навестил Макгрегора за пару дней до турнира, и эта встреча была по-настоящему дружеской. Дональд спросил, насколько холодно в Ирландии, а в ответ ему был задан вопрос насчет его физической формы. После выхода из раздевалки Ковбой попросил Макгрегора устроить своему сопернику настоящий ад. В день боя в главном поединке вечера бился уже ирландец, а Дональд проводил реванш с Бенсоном Хендерсоном в соглавном событии. Оба парня вновь одолели своих соперников. Конор выиграл нокаутом во 2-м раунде, а Ковбой также победил по очкам. Обстановка стала накаляться в том же году, когда они снова встретились. На этот раз уже на пресс-конференции. Конор раскручивал свой поединок с Жозе Альдо за титул в полулегком весе, в то время как Ковбой также должен был противостоять бразильскому чемпиону, а именно Рафаэлю дос Анисо. Именно в сентябре 2015 года началась эта затяжная война, когда Конор намекнул, что после победы над Альдо он хочет перейти в легкий вес. Макгрегор не должен идти в легкий вес, у него здесь нет шансов, он не сможет побеждать. Мы слишком большие для него, слишком сильные, так что возьми-ка свой маленький зад и вали отсюда. Ты слишком медленный и жесткий как доска. Я бы сломал тебя пополам, все легковесы бьются как доски, они все медленные, они дерутся как будто в грязи. А их мощь слабее, чем у мухачей. Так что для меня не проблема уничтожить и этот дивизион. Я вижу легкий вес как кучу грязи. Позже Ковбой напомнил Макгрегору, что ему нужно сосредоточиться на своем противнике Альдо, который, по его мнению, должен был убить его. Обмен словами был закончен, но соперничество только начиналось. Уже в августе 2016 года Конор и Ковбой снова бились на одном турнире. В этот раз нокаутом победил Дональд, одолев Рика Стори, а Макгрегор вышел победителем в реванше с Диазом, одержав победу решением судей. В том году ничего не предвещало их боя, и только спустя 3 года Серроне захотел испытать свой шанс против ирландца. После победы над Эллом Еквинтой, держа своего сына на руках, Дональд вызвал на бой Наториуса, и он предложил биться в июле. «Я хочу биться с Макгрегором, давайте устроим это шоу, давай драться в июле, я готов». 4 июля. Погнали! Фанаты бурно приняли такой вызов, дав понять, что этот поединок им интересен. Макгрегор же, в свою очередь, отказался биться летом, и Ковбой после этого провел еще 2 сражения. После их первой встречи прошло уже несколько лет, и только сейчас оба бойца будут биться в UFC. А 18 января закончится их долгий и интересный конфликт. Друзья, обязательно ставьте лайк, если понравилось данное видео, и напишите в комментариях, кто победит в данном сражении.